Порядка 70 работников задействовано на стройплощадке ЖК «Горизонт». Ход работ обсудили на еженедельном совещании по вопросам строительного комплекса в администрации Щелковского района. По корпусу В заканчиваем отопление и ГВС, ХВС все полностью. Дневку сделали. Кровля выполнена 100%. По корпусу Б монтажное отверстие заканчиваем. Завтра приходят трубы и сантехники переходят на корпус Б отопление. ЖК «Горизонт» обнадежил опять, что достаточно большое количество специалистов работает. Все стройматериалы поступают в соответствии с графиком и обещают в октябре сдать в эксплуатацию. Обсудили на совещании и благоустройство набережной Клязьмы. На левом берегу сейчас идут масштабные работы. Здесь должна появиться комфортная зона отдыха. Однако на стройчасе затронули другую тему – состояние берега напротив. Скоро преобразится набережная Клязьмы вдоль улицы Шмидта, однако противоположный берег все еще является собой достаточно печальное зрелище. Земельные участки на той стороне реки находятся в собственности и аренде у различных предприятий. Благоустройство прилегающей территории – это их ответственность. Промплощадки вплотную примыкают к реке, однако собственники не ведут никаких работ по содержанию и благоустройству берега. Вид на реку значительно портят поваленные сухостойные деревья, местами и вольное творчество уличных художников. Глава района дал поручение ответственным лицам устранить недостатки. Мы сегодня собрали всех собственников для того, чтобы попросить их благоустроить левую часть берега Клязьмы в пределах, границах территории предприятий. Мы попросили их поработать и привести левую сторону, левый берег реки в надлежащее состояние. Облагоустроена, чтобы эстетически она смотрелась как бы достаточно высоко. Протяженность данного участка набережной около 650 метров. Принято решение разработать совместный проект благоустройства. На совещании была сформирована рабочая группа, которая будет заниматься этим вопросом детально. Александра Гранич, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».